Сегодня много говорят о мотивации, успехе и о том, как надо жить. Но не всегда то, о чем говорят, совпадает с реальной жизнью. Я всегда все делал молча. Не говорил, пока не спросят. Ведь я из простой семьи. Я ставил перед собой амбициозные цели и шел к ним. У меня сильно изменилось окружение. Мой уровень достигнутых целей стал намного выше, чем уровень тех, с кем я начинал свой путь. Это стало правилом игры, как в спорте. Если ты хорошо играешь, то попадаешь в другую команду. С другими игроками. В другой лиге. Те, кто наблюдал за мной, говорили разное. Одни говорили, что мне повезло. Другие, что я заслужил то, что имею, потому что всегда упорно трудился. Но пришло время, и я уперся в потолок. И начал искать разные решения. Уезжал жить в Индию и много читал. Тот, кто ищет, находит. Нашел и я. За 3 дня все сложилось так, что я понял, что все, что у меня было и есть, ничтожно по сравнению с тем, чего я могу добиться. Я вдруг понял, то, что я считал потолком, на самом деле было полом следующего этажа. Я нашел новых партнеров, друзей, с которыми продолжил свой путь. В мире полно неудачников, которые опустили руки. Они будут отговаривать тебя и пугать, чтобы ты не ушел дальше них. Если ты что-то решил для себя, то делай. Иди навстречу своим страхам. Будь готов брать ответственность за себя и тех, кто тебя окружает. Только ты сам решаешь, кем тебе быть.